Олимпиада продолжается. Равнинен российский флаг. Факел горит, пять заветных колец на месте. Вместо винтовки у биатлонистов в руках мячи. Свою маленькую Олимпиаду, как протест против пагубных привычек, провели юные спортсмены края. Соревнования «Спорт против наркотиков» среди 5-8 классов – это форма общения детей и взрослых. На мой взгляд, соревнования очень важны детям. Они несут позитив. Дети ждут от нас, взрослых, совета. И мы говорим им, не переступайте той черты, за которой нет выхода. Не играйте в те игры, где нет победителей. В зональном этапе состязались команды Анапского, Краснодарского, Красноармейского, Славянского и Темрюкского районов. Для этих ребят, занятых спортом, вредных привычек просто не существует. В легкоатлетической эстафете спортсмены почти не касаются ногами пола. Нужно вырвать у соперников несколько победных секунд. Следующий этап – биатлон. Вести баскетбольный мяч одной рукой непросто. Они больше и тяжелее обычного. Но с трудным заданием подготовленные спортсмены справляются. Даже хрупкие девчонки. Ребята успели побыть футболистами, продемонстрировать меткие волейбольные броски. Самым зрелищным из заданий стали синхронные прыжки на скакалке. Победителем соревнований стала команда школьников из Краснодара. Второе и третье место у Красноармейского и Анапского районов. Мы очень трудились и заслужили первое место. Самые сильные команды встретятся в финале 28 октября.